Доброго времени суток. В этом видеоролике мы проведем обзор межкомнатной двери фабрики Убертюра. Это немецкая фабрика, которая построила завод в Новосибирске. По всей Европе такие двери имеют большую популярность. В России они не так давно, но пользуются хорошим спросом. В основном все модели имеют современный внешний вид. Этот стиль сейчас в моде, он подходит для учреждений, офисов, квартир и частных домов. У данной серии дверей существует несколько вариантов расцветок. В некоторых вариантах она структурная, в некоторых вариантах она гладкая. Коробка, наличники и доборы имеют телескопическую систему крепления. Во-первых, это выглядит более эстетично, не торчат никакие гвозди. Во-вторых, это удобно, при необходимости вы можете снять наличник. Тарга двери состоит из клееного массива хвойных пород древесины. Пеленки выполнены из МДФ. Покрытие экошпон. Экошпон – это искусственный материал, который очень похож на шпон. Это экологически чистый продукт. Он устойчив к влаге, к перепадам температур, более устойчив к механическим повреждениям. При изготовлении двери экошпон покрытие наносит таким образом, чтобы исключить отслаивание и отклеивание. Каждую деталь полностью оборачивают пленкой. В наличии у нас стандартные размеры. Не стандарт по высоте мы можем сделать под заказ. Также из этой двери можно сделать дверь в мансардное помещение, либо в кладовое. Также есть возможность регулировки ширины полотна в меньшую сторону.